Всем привет! Мальгалитуська сегодня моя красивуська, ну-ка повернись. Модница моя, сегодня день Маргариты, сегодня у нас куча занятий у Маргошки. А Вовка сегодня будет с мамой тусить, малыш мой. Наш веселый день начинается. Сегодня, короче, у Ритульки два занятия. Первое по чтению, ну, на которое мы и ходили. Не на рисование, на развивайку ты пойдешь, на которую вчера Вотик ходил, только еще у тебя. На рисование мы пойдем. Я тебя еще никуда не записала, на какое рисование ты пойдешь. Ты сегодня пойдешь на ту же развивашку, что ходил Вовка. Мамочка, я здесь. Да кто ты, Гавалиф? Маргарита, не порти прическу, я тебе такую прическу сделала, Ритусь. Ритуське прядка такая в волосах прикольная. И девчонки на даче подарили. На даче девчонки. Котик моя девочка заводится. Подарили. Ну что, поехали кататься с нами. Кстати говоря, два приветика сейчас передам. Пока будет приветик только для Полиночки Гориной. Короче говоря, мы создали сообщество для басиков ВКонтакте. Я вижу, что вы заходите, смотрите видео, но не подписываетесь. А надо подписаться. В сообществе ВКонтакте там потом будем делать конкурсы всякие разные, поэтому... Стрижка, да, отросла, стала вообще классная. Короче, ВКонтакте там потом в этом сообществе, будем делать, проводить разные конкурсы, поэтому нужно не смотреть, а подписаться, чтобы потом находить сообщество и чтобы участвовать в конкурсе. Нельзя, это мамина красота. Вока, не порти. Я не порти. Мамочка, да ладно, подлизи мои майки. Все, садимся в кресельце. Дюма, изёйки послушные. А я люблю подарок. Тех вас люблю. Пишите комменты, как дела. Что значит пока-пока? Мы только привет сказали. Пишите, у кого как началась школа, у кого какие эмоции, я за вас переживаю. Очень за вас переживаю. Фаюшка учится во вторую смену. Ну прекратите, пожалуйста. Сегодня выспалась такая и пошла довольная. Но с другой стороны... Нельзя так себя вести, дети. С другой стороны расстроена. Вот, зато весь вечер мне не погулять. Зато я рада, потому что она любит поспать. Так она выспалась и пошла себе спокойно. Зато встала с хорошим настроением. Я так рада. А так бы она вставала с утра. Приходила... Вот, не кричи, пожалуйста. Приходила бы опять с плохим настроением. А так такая счастливая полетела в школу. Ну, короче, мы поехали. Поднимайся и звони звоночек, как в мультике. Умница. Заходи. Нет. Заходи. У нас, как всегда, наши любимые пазлы. Этот пазл целый, наконец-то. Да, наконец. А как нашлась фигурка? Здесь же треугольничка одного не хватало. Мы все время без треугольничка собирали. Да? А может это новый? Может кто-то принес? Класс! Мы теперь сможем его собирать. Он сложный. Мы этот пазл собираем уже. Вовка, сколько мы этот пазл собираем? Нет, не так. Сынок, если не ложится, не заталкивай. Нет. Подожди. Оно должно... Нам никак не забрать. Нет, она, наверное, не так вот. А если вот так? Квадратик. Нет, значит, неправильно. Убирай. Как же сделать-то?
нам не собрать. Мои зайки-то, ну все, первое занятие позади. Сейчас перекусим что-нибудь, хотя бы по булочке. Аккуратно, давай мама поможет. Ой, как вкусно пахнет кофе. Мамка взяла себе капучинку. Все как обычно, как Фаин говорит, все стабильно. Мои пупсики узекусивают. Мам. Ау, тебе не открыть трубочку? Да. Ну давай, помогу. Вот здесь снимаю. Вкусненько тебя. Понятно. А тебя вкусненько? Да, спокойно. Не торопись, кушай спокойно. Вы посмотрите, какая у нас жара. Просто жара. Солнце какое сумасшедшее. Ой, не могу. Мне вот так уже плохо. Плохо-плохо. Жарко-жарко. Прям как будто, ну так, июль месяц, как минимум. Я люблю тебя. Я тебя люблю, Вовушка. Ой, опять. Ушеньки, как хорошо. Ну что, кто помнит, куда идти? Прямо. Прямо. Ритулька такая с рюкзачком. Прям не могла дождаться. Мама, я хочу рюкзачок. Там действительно нужно носить с собой пенал, учебники там. А пенал? Пенал нужно с собой носить. Она такая довольная. Нет, нет, нет. Ты мамочку ждешь, мой пупсик, да. Молодец. Все, Маргаритка ушла. Все, ушла Маргаритка? Да. Мам, а. Давай поедим. Нет, да. Сейчас мам договор будет заполнять. Перемены не будет, да, Тимофей? Перемены не будет. А я хотела сейчас познакомимся. Маргаритка сидит, пойдем.